я Ксюша, и сегодня у меня необычное видео, поэтому я решила его выложить на этот канал. Сегодня с друзьями мы решили сходить в комнату страха. Находится она по адресу город Магнитогорск, Завинягина, 8А. Вот оно, это здание. И проехать к страшной комнате очень просто. От проспекта Ленина в сторону проспекта Карла Маркса по улице Завинягина. Теперь здесь самая большая комната страха в городе Магнитогорске. Она занимает 300 квадратных метров, и в ней находится целых 43 комнаты. На прохождение дается 60 минут, и многие не успевают выбраться из нее. Сегодня я иду туда со своими друзьями. Это Ира, Андрей и Денис. Ну все, пошлите. Мы еще только раздеваемся, но уже становится страшно. Дили-дили-бум, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Дили-дили-бум, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, где никому не спится. Меня зовут Мария, и сегодня я буду вашим проводником в вашем страшном приключении. Наша комната страха – это проект от черной комнаты второго корпуса. Сейчас у нас 43 локации, 300 квадратных метров. Раньше у нас было 27 комнат и 150 квадратных метров. Сейчас у нас есть жители, которых нельзя бить, трогать, пинать, кусать. Их нельзя обижать. Очень сильно любят питаться вашим страхом, эмоциями. Поэтому он будет подглядывать за вами в щели, проходить сквозь стену. Так что будьте аккуратны. Можете ругаться, визжать, кричать, плакать, эмоционировать так, как хотите, кроме рукоприкладства. Далее. У вас будет рация. Вы сможете меня спросить об этом, связаться со мной. У кого будет рация? Вот здесь сбоку есть кнопочка. Да, нажимайте на нее и говорите мне, попробуйте. Здравствуйте. Все, хорошо. Все. А что так темно? Да всех. Все, далее я вам буду рассказывать информацию. Мама. Ваша цель – пройти 43 комнаты. У вас на все будет час. Если вы не успеете за час, к сожалению, мне придется вас вывести. Вы идете только вперед. Назад вы не идете. Если есть задание идти назад, только тогда вы идете назад. Далее. Если вам станет страшно и вы захотите выйти, говорите в рацию. Я боюсь, я сдаюсь. Только после этого, если я успею за вами прийти, я приду. А к нам сейчас... можно будет выйти, нет? Да? А к нам человеку можно будет выйти? Ну да, можно. Я не хочу. Хочу, пожалуйста. Давайте сначала. Да, пожалуйста, мама. Прошла 10% из 100, а ребята пошли дальше. Посмотрим, сколько они выдержат.
Ира осталась. Денис испугался? Да, двое еще остались. Что там, расскажи свои ощущения. Страшно. Что там было? Там был подвал. Спустились туда? Да, я испугался. А чего испугался? Прохода. Это маленький был. Это Ира пролезла. Я решил вернуться к ним. Давай. Давай. Мне кажется, мы там продолжаем. Но были не актерами какими-то, а участниками и почувствовали весь этот страх на себе. Ты это почувствовала? Да, я почувствовала. Здесь есть книга отзывов. Тут посетители оставляют свои отзывы, и я тоже напишу тут отзыв, так что советую вам приходить. Отзывы мы оставили, и нам разрешили пофотографироваться в этих классных масках, поэтому у нас останутся фотографии на память. Они прошли 15%, а я 10%. Нам все равно было и страшно, и интересно. И мы обещаем еще сюда прийти, когда наберемся смелости. Так что я вам тоже советую сюда прийти, чтобы попробовать свои страхи, как у вас это получится. Я всем советую прийти именно сюда, по адресу Завинякина 8А, в самую большую комнату страха в городе Магнитогорске, и пройти ее до конца. Кто осмелится пройти эту комнату, напишите мне об этом в комментарии. Мне очень интересно узнать, кто наберется смелости. А если вам понравилось это видео, то поставьте палец вверх, подпишитесь на мой канал. А с вами была Ксюша и мои друзья. Всем пока-пока.